Чернышов. Ему 11 лет, детской школы искусств номер 2, город Троицк. И сейчас Павел выступит перед вами с отрывком из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Вот сижу я, значит, братцы, под покровом темноты. Слышу шорох. Вижу, братцы, немец слезет. Ну, а ты? Ну, а я, конечным делом, притаился меж сосен. Белый снег, и я весь белым. Жду бандита. Но он ползет по лесу. Только вижу я, браты, много в том фашисте весу. Как бугай он. Ну, а ты? Ну, а я по весу муха. Как полезешь на рожон? Ах ты, думаю, поруха, как с ним сладить? Но он все ближе, ближе. Только вижу я, браты, брюхом он лежит на лыжи. Снег глубокий, но ты, но я решил упрямо взять живьем его должен. Автомат наставил прямо, будь что будет, но он совсем уж рядом, норовит вильнуть в кусты. Водит, вижу, волчьим взглядом, подползает. Ну, а ты? Тут меня и осенило. Взял я в бок одним прыжком и на фрица, на верзилу, прямо сходу сел верхом. «Хальт!» кричу, не то стреляю, ходу чертова душа! И к затылку приставляю свой заветный ППШ. Но он, куда ж деваться, подчинился мне, подлец, и повез меня он, братцы, как хороший жеребец. Ох уж утром было смеху из лесочка под уклон. Так на пленном я и въехал свой гвардейский батальон.